Вы знаете, я вообще удивлен, что что-то взлетает в России. То есть то, что падает, это я считаю нормально. В условиях существующей коррупции и откатов и схемы вообще производства, а здесь задействованы сотни предприятий, чтобы ракета взлетела, для меня вообще факт удивительно, что что-то еще взлетает и что-то еще пытаются делать. Потому что можно в Сколково на высоких технологиях воровать деньги. Можно делать в «Газпроме» откаты по 90%, но в космической отрасли, это такая отрасль, когда все-таки какой-то продукт должен получиться впоследствии, что-то это должно взлететь. Это нельзя заплатить 800 тысяч евро за небольшие несколько лекций. Так вот, удивительно, что что-то взлетает, видимо, что-то еще с Советского Союза осталось, что что-то делается, но будет все хуже и хуже, причем это не зависит от количества влитых денег. Это зависит лишь от коррупционной составляющей, потому что денег, сколько бы ни было влито, это зависит только на количество этажей и дач в Подмосковье, не более, в элитных поселках.